Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 504. На стороне АБ треугольника АБС отметили точку М, так что БМ равно СМ. Луч МК биссектриса угла АМС. Докажите, что МК параллельно БС. Итак, нам дан треугольник АБС. На стороне АБ отметим точку М, так что БМ равно СМ. БМ равно СМ. Так, луч МК это биссектриса угла АМС. И нам нужно доказать, что МК параллельно БС. Ну, давайте проведем МК. Итак, первое, с чего мы начнем. Начнем с того, что БМ равно СМ. Вот БМ и СМ равны. Тогда треугольник М Б, С равнобедренный, и в нем БС – это основание, а углы при основании равны. Тогда угол Б будет равен углу, вот этот угол мы его обозначим единичкой, угол БСМ, значит угол Б равен углу А1. Второе. Вот рассмотрим угол АМС. Угол АМС равен, это внешний угол, давайте напишем, что это внешний угол треугольника, ну, не будем записывать, треугольника МБС, следовательно, он равен сумме двух углов треугольника МБС, не смежных с ним. То есть это угол Б и плюс угол А1. Давайте в скобках напишем, как внешний, потому что мы использовали теорему о внешнем угле, треугольника МБС. Ну, поскольку угол Б и угол 1 равны, то мы можем записать так, что угол Б равен углу 1, и они равны по половине от угла АМС. Третье. МК – это же биссектриса угла АМС, следовательно, угол, давайте за так, вот угол 2, это угол 3. Следовательно, угол 3 равен углу 2, и они же делят угол АМС пополам, значит, они равны по половине угла АМС. Но тогда отсюда следует и угол 1 равен половине угла АМС, и угол 2 равен половине угла АМС. Значит, угол 1 равен углу 2, а отсюда следует, ну, углы 1 и 2 можно рассматривать как накрест лежащие углы. При пересечении двух прямых МК и БС секущие МС. И раз накрест лежащие углы равны, то прямые МК и БС параллельны. Что и требовалось доказать. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.